С вами Дима. Я сегодня показываю, как уничтожить всех крыс, которых я знаю, в апартаментах. Погнали. Я играю в Стенчилов, но можете повторить это в Стендов. Начнем с первой крысы. Первая крыса у нас будет вот тут. Вот. Она довольно редкая, но все равно очень такая. И я беру гранату, хае точнее, целюсь в вот этот угол. Блин, этот раскид. Ладно, он так нас запалит, это понятно. Извините, что запил, я уже так реально стыдно. Вот так. Вот этот угол, вот так. Вот этот угол, смотрите, оп. Вот как это выглядит. Вот мы его нанесли, допустим, нам на дух. Что наше дело теперь? Бам-бам. Бам. Все. Как расправиться с вот этой крысой? Вот с ней будет тяжелее. Берем также хаеш. О, блин! Ну, теперь целимся в этот угол. Хорошо. Как мы знаем, вот тут, ой, блин, вот тут может быть крыса, и вот тут может крыса. В этом, я не знаю, длина в апартах. Начнем с вот этой крысы, которая вот тут у нас. Как ее деактивировать? Ну, я вообще его делаю то ли снаружи иногда. Ну, если я в доме уже. А, блин, опять не тот молик. Опять забыл. Не вот так, как мы делаем, блин. Угу. Так. Мы нанесли урон. А как расправиться с этой? Не вот так. А. Если я как помню. Таб. Б. Я делаю вот так. Вот говорю сразу, я делаю вот так. Всё. Какие еще рассказать вам фишечки? Как еще расправиться с вот этой крысой? Она очень распространенная. Ну, тут, в принципе, легко. Да, блин! Вот так просто берешь. Там. А, ну, так тоже можно. А потом такой... Ну, и это самый известный прострел. О, вот, все. Это самый известный прострельчик. Можно, кстати, убить обоих крыс, если они вот так стоят. Смотрите. Да, мне не прострел. Я, который уже... Ну, можно вот так сделать, чтобы не морочиться. Все, он загорит. По-любому. Ну, и его друг. А когда в этом ход, бросим друга в хаешку. Щекову. Блин, что лохает. В принципе, норм. Это когда делаю хак Стенчилов. Если у вас маленький FPS, у меня вот 60, например. Я, ну, полностью просто
чуть-чуть замедляю время, вот чуть-чуть саму капельку. У меня уже 70 FPS. Вот доказательство, что это... Кажется, в обычной катке это не работает. Просто всех, если я полностью замедлю. Гляньте на мой FPS. 200 FPS, нафиг. И, ребят, всем пока-пока.